За награды юношеского чемпионата Украины по плаванию на короткой воде сражались 350 спортсменов не старше 14 лет из 22 областей. Впервые соревнования такого высокого уровня проходили в бассейне Харьковской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой. Этот бассейн он открылся после ремонта, и мы таким образом хотели как бы показать, что здесь можно проводить соревнования. Ну и здесь большие трибуны. Это очень мало таких бассейнов 25-метровых, в которых можно поместиться 350 человек, спортсменов, как здесь. Харьков – это очень спортивный город, очень плавательный город. Вы видите, что мы здесь проводим соревнования и в 25-метровом бассейне, и в 50-метровом бассейне. Так что для Украины Харьков является, наверное, плавательной столицей. Харьковские пловцы, которые изначально считались одними из главных фаворитов чемпионата, завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Самую большую коллекцию наград собрал Никита Кудинов. 13-летний ученик заслуженного тренера Украины Валентина Гапонова победил в заплывах на 50 и 100 метров кролем. На 200-метровке комплексом и в комбинированной эстафете 4 по 50 метров стал вторым призером. Также на счету Кудинова 3 бронзы. По 100 кроль. На этом чемпионате самое сложное получилось, потому что очень маленький отрыв со вторым местом был. В этом году, если получится, хочу мастера спорта выполнить, но это очень трудно. Будут еще чемпионаты в начале лета и перед Новым годом. Алина Бобровская выиграла 2 награды высшей пробы. Воспитанница из Дюшор Спартак не было равных на 100 и 200 метрах комплексным плаванием. Особенно убедительной получилась победа на более длинной дистанции. Киевлянку Валерию Чернищук, которая показала второй результат, 12-летняя подопечная Аллы Приплоцкой опередила на 2,5 секунды. В финальном заплыве на 400 метров комплексом Бобровская финишировала второй. Еще один спартаковец, Тимофей Суровикин, стал чемпионом Украины на 100-метровке брасом. В общекомандном зачете харьковчане заняли 4-е место после юношеских сборных Киева, Ровенской и Днепропетровской областей.